Рубрика «Что ем за день?». На завтрак были брокколи и минтай на пару, смесь пропаренного дикого риса и 3 овсяные печеньки без сахара. Я их просто обожаю, и они ничем не отличаются от классических. Обед на работу – это фасоль на пару, свежая морковь, пекинская капуста и поджаренная на гриле куриная грудка. На ужин снова была пекинская капуста, поджаренная куриная грудка на гриле, гречка с обилием сыра и овсяная печенька. Всем пока!